Любая хорошая история начинается в баре. Но это не наш случай. Сынок, я боюсь, что меня одолевают злые помыслы. Не может быть! Расскажи мне, я помогу. Понимаешь, сынок, я же злая королева, а в твоей книге у отрицательных героев не может быть счастливого финала. В общем, я хочу найти автора книги и заставить его устроить мне счастливый финал. Это же отличная идея! Я тебя помогу тебе, мама, помогу! Правда? Мы назовем это операция «Мангуст». Что еще за «Мангуст»? Не твое дело, это только между мной и Генри. Собираешься снова украсть у меня сына? Ты что-то путаешь, дорогуша, он мой сын. Ах так? Генри, сынок, отойди. Я сейчас покажу ей, кто тут чей. Дай, Генри, отойди, сейчас она у меня попляшет. Ты стрелять воли? А, стоп, не просто вот. А без магии слабо? Хочешь войны? Будет тебе война. Всё, надоело. Не смей! Мама! Мальчик, ты кто? Я твой сын. А она кто? Она моя мама. Чего? О, Господи, она потеряла память. Я слишком стара для всего этого. Мама, мама, идем скорее. Я помогу тебе все вспомнить. Иди отсюда, мальчик. Но я же твой сын. Что? У меня нет детей. Но, мама! Чем докажешь? Зачем доказывать? Сейчас я тебе все покажу. Вот, смотри, это книга сказок. Жил-был Румпельштильцкая. Румпель кто? Румпштиль. Мурштиль. Раштиль. Короче, жил-был один могущественный темный маг. Ну вот. Наконец-то все домашние дела переделал. Руку одному котину отрубил, картину конец Святого Валентина нарисовал. Теперь можно и попрясть. Тьфу ты, солома кончилась. Бэль! Принеси мне солома. Помоги по старой книге. Что? Вот прям так сразу? Нет уж, милочка, это невозможно. И это всемогущий темный маг. А, дурное дело не хитрое. Бе-бе-бе. Можно подумать, я тут сижу, чтобы всем помогать. Здравствуй, Руби. Я твоя совесть. Нет у меня никакой совести. Будь так любезен. Исчезли. Ходят тут всякие. Потом солома пропадает. О, да это же сам крокодил. Да ты уже осточертел меня за сегодня. Чего тебе, убогий? Ты никак забыл, что убил мою женщину? Нет, это ты забыл, что твоя женщина моя бывшая жена. Так что я имел полное право делать с ней все, что захочу. Ну... Тогда верни мне хотя бы... О, руку! Эту, что ли? 999 дублонов, дорогуша. Цена по акции. Купи одну руку и получи второй подарок. Черт! Ну я еще вернусь. О, как ты хотел. За все надо платить. Эй, темный, как мне воскресить мертвеца? А не проще было влюбиться в кого-то живого? Так он был жив, когда я влюблялась. А как оживлять? Никак, дорогуша. Черт, опять все со мной. Рупельштильцкин, ты чудовище! Отпусти меня домой! А я по целый день мечтала о тишине, покое, чтобы только я...
грялка. Иди. Никуда я не пойду. Ты убьешь моих близких. Не убью. Может, ты не такое уж и чудовище? Приготовься, дорогуша. Сейчас будешь отмывать гостиную. Что? Бэль, это же шутка была, забав ради. А я тебе говорю, это моя женщина. Поздняк метаться, сынок, ты свой шанс уже прошляпил. А вот давай у нее самой спросим. А давай. Эмма, кого из нас ты любишь? Да оба мы не в моем вкусе. Она потеряла память. Так это мне вообще на руку. А вот сейчас обидно было. Думаю, теперь, чтобы ей заново понравиться, вам нужно приложить усилия. Ты чего это делаешь? Ну я хоть что-то делаю, чтобы понравиться Эйлин. А ну-ка пойдем разберемся по-пиратски. Шапка! Идем, пока не отвлеклись. Что делать? Теперь я вечно буду одинока. Не будешь. У меня есть волшебная пыльца. Она приведет нас к твоей настоящей любви. Вон тот, смотри. Который? Тот красавчик-ирландец с крюком вместо руки? Да нет же. Мужичок с татуировкой льва и соблазнительной щетиной. Ух, какой жгучий красавчик! Ребята, я вас так люблю! Вы не представляете! Идите-ка сюда, я всех обниму! Нет, спасибо! Такого добра мне не надо! Пойду-ка я отсюда! Эй! То есть как это пойдешь? Я ради тебя карьерой рискнула! Да у меня из-за этого крылья отберут! Ой, смотри, Питер Пен полетел! Где? К сожалению, технические возможности ОДНТ не позволили нам воплотить полет Питера Пэна в реальность. Так что мы полностью полагаемся на силу вашего воображения. Да помню я, помню. Вон твой подарок, возьми. О, сердце, как мило. А у меня тоже есть для тебя подарок. О, чашка с отколотым краем, как мило. Придумала, я приготовлю праздничный ужин. Достали все, ненавижу все, люблю ничего. Думали, в сказку попали? Будьте вы прокляты, живучие оптимисты! Румпель! Как мне наслать на всех такое заклятие, которое изменит их жизнь не в самую лучшую сторону? Ха, у меня для тебя плохие новости, дорогуша. От тебя никакого толку. Подумаю о смене профессии, потому что в этой ты полный ноль. Ну вот, а я хотел продать втридорога это сложнейшее проклятие. Что за день сегодня такой? Ни пряжи, ни сделок. Рубель, у нас проблема. Прием! О, прости, запрялся. Я временами становлюсь неуправляемой, просто зверстью. Так это тебе не ко мне надо, а к психиатру, милочка. Я снова здесь, готов помочь. Срули, папаша, не до тебя сейчас. Ну ладно, карты на стол. Я оборотень. Есть у меня один плащ, который не позволит тебе обращаться в монстра. Но в обмен я заберу у тебя кое-что важное. Плевать, бери что пожелаешь. Отлично. Я забираю у тебя опорно-двигательный аппарат. Эй, ну
меня. Ха, думаю, в следующий раз, что обещаешь. Пошутил. Два гамбургера в день в самый раз. Заметано. Руби, Реджина изготовила проклятие, которое изменит нашу жизнь не в самую лучшую сторону. Как от него спастись? Никак. Любовь спасет всех нас. Ведь любовь — это самая могущественная магия на свете. И нет ничего сильнее ее. Верьте в любовь и любите друг друга, и все у вас будет хорошо. О, придумала. Мы возьмем нашу новорожденную дочь, засунем ее в дерево портал, через который отправим в незнакомый мир, в лес, чтобы она выросла в одиночестве, без родителей и друзей, а потом разрушила проклятие и спасла всех нас. Точно! Ну что ж, начнем по порядку. Это твоя мать, моя бабушка, а это ее возлюбленный, мой дедушка. Дальше у нас мой второй дед. Он отец моего отца, твоего бывшего возлюбленного. А вот и он сам. Это Реджина, она моя приемная мама. А это Робин, он ее возлюбленный. А это Питер, он мой прадед, отец моего отца. Так, стоп. А это кто? А это бывший бойфренд моей бабушки по папе, а также временный опекун моего папы, который твой бывший парень. А еще он антагонист моего прадеда. Да и дедом они друг друга ненавидят. Тогда что он здесь забыл? Ну, на данный момент он вроде твой возлюбленный. Что? А вот та дама кто? Ладно, ухожу. Теперь-то тебе все понятно? Ищейка, койот и сверчок? Такого в моих книгах не было. Новый вид? Ага, редкий экземпляр. Сверчок и психолог. Сверчхолог. Скажите, мы не можем с вами договориться? Чистое золото. Высший пробник. О, черт, пожиратель памяти. Стоять, полиция Портленда. Прости, ничего личного. Да, Хэн, где? Уезжаю. Так, полагаю, авторский произвол нам больше не нравится. В смысле?
Я что, теперь не получу свой счастливый финал? Отныне все жители Сторибрука жили долго и счастливо. Ура! Куда вы все? А как же я? А обо мне что, все забыли? Ну почему же? Я не забыл. Козлорог, верно?